Мистер Фримен. Особое интернет-явление, которое появился буквально из ниоткуда. Первый видеоролик с этим персонажем появился на платформе Ютуба 21 сентября 2009 года, и за эти почти 10 лет вышло более 30 эпизодов, так или иначе, касающиеся этого персонажа. Сегодня я решил поговорить с вами о том, кто же такой мистер Фримен на самом деле, и чем он так важен для общества. Так кто же такой мистер Фримен? Первичное мнение складывается примерно таким. Нарисованный человечек, который подает зрителю философскую мысль, связанную со стереотипностью, которая пожирает общество, часто используя в своем лексиконе выражение наподобие зомбоящика, подавая свои мысли в форме объяснения того, почему он реален, а вы нет. В большинстве своем мнение людей остается таким же, однако Фримен имеет грань между своей сущностью. Он нарисованный персонаж, который говорит то, о чем вам не скажут в телевизоре или же книге. Он пытается донести определенную мысль, которая при должном внимании дает человеку более широкое сознание простора мира. Он демонстрирует, что многим людям не требуется что-то себе доказывать, и они изо дня в день живут ради того, чтобы посмеяться с мемов во ВКонтакте, съесть какой-нибудь гадости и после уединиться в туалете для, сами понимаете чего. Фримен не скрывает некую ненависть к людям, которые либо продолжают жить как серая биомасса, либо буквально берут его мнение и ставят на основной приоритет. Так кто же он и чего добивается? Сущность Фримена для многих непонятна, однако, если последовать пути Фримена и отойти от реальной стереотипности общества, то основа мыслей и его подача становится более осознанной и понятной. Он задевает тему проституции, общественной замкнутости, христианства, веры в целом и, самое главное, отношение народа к своим верховным органам. И наоборот. Фримен – это больше, чем просто персонаж нарисованного мультика. Он не боится гнева общества или же плохих слов о нем. Он, как было высказано в одном из эпизодов, «та ячейка», что находится между стереотипным обществом и силой, что имеет высшие полномочия. Мистер Фримен – это мораль современного общества. Мистер Фримен – это мысль людей, которая выходит за рамки назначенной игры. Одной из моих любимых эпизодов является «Мистер Фримен. Часть 02», в котором нам демонстрируют не одного, а нескольких Фрименов, каждый из которых олицетворяет свой образ мышления и способ быть вне рамок общества и игры. Игра назначается верхом, и как гласит вся основная мысль этой морали, куда бы человек ни шел, пока от него есть выгода, он будет нужен этой игре. Если же он не примет правила игры, то капкан разожмется. Так о чем же я хочу сказать? Фримен может быть и неосязаем для людей, но его мысль и слова имеют огромную материальную цену. Именно выход за назначенные рамки и преодоление простых собственных недостатков, которое сформировалось за счет навязанных кем-то стереотипов и установленные верховными органами, именно это и есть Фримен.